Способы примирения в суде. В Атырауском городском суде реализуется пилотный проект, нацеленный на снижение споров между гражданами. Каковы первые результаты, расскажут мои коллеги. Жительница города Айзада Амандосова, узнав об открытии центра примирения, решила прийти сюда. Ее цель – сохранить семью. Из-за бытовых трудностей были разногласия в семье, семейные трудности, нехватка средств. Все это вынудило пойти на расторжение брака в суде. До этого я много думала и все-таки решила развестись, написала заявление в суд. Однако в суде проходит примирительная процедура. Медиатор дает свои советы. Так он говорит о том, что дети не должны расти без отца. Необходимо сохранить семью. Глава семьи также согласен с этим мнением. Поэтому взял на себя обязательство, что будет заботиться о благополучии семьи. Пилотный проект позволит решить правовые проблемы физических и юридических лиц. Любой человек, прежде чем подать заявление в суд, может обратиться к специалисту-медиатору. Сейчас работает кабинет медиации нового образца. Напомним, что здесь все процедуры проходят быстро. Пилотный проект действует со 2 мая 2018 года. За это время с медиаторами побеседовали, получили консультацию. Где-то в день по 10 человек посещают, значит, медиаторов, и где они получили соответствующие консультации. Не все, возможно, из них приходят к мирному разрешению спора, однако такую возможность на сегодняшний день судом обеспечивается для них. Кроме того, есть еще один вид примирения. Это решение вопроса с помощью судей-медиаторов. Они, не доводя дело до суда, проводят процедуру медиации. Данные судьи, они не рассматривают другие дела. К ним распределяются именно те дела, где возможно урегулировать конфликт мирным путем. Судьи, значит, ведут работу следующего характера. Они именно принимают меры по урегулированию спора мирным путем в течение 5 рабочих дней, это время, которое выделено, предоставлено Гражданским процессуальным кодексом для возбуждения гражданского дела. Если ранее мы, значит, на сегодняшний день практикуем, значит, примирительную процедуру в судах, это уже после возбуждения гражданского дела, на стадии подготовительной, в судебном процессе, вплоть до ухода суда в совещательную комнату, возможно урегулировать конфликт мирным путем. В настоящее время новый пилотный проект, он предусматривает возможность урегулирования спора в течение 5 рабочих дней до принятия иска в производство суда, до возбуждения гражданского дела. Эльвира Рахымжанказы, Тлек Кабылгумаров, служба новостей.